Динара Садвакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду в Алматы. Казахстанка на тай-брейке уступила китаянке Тянь Джуньи, которая в итоге и выиграла золото. Обе шахматистки набрали по 8,5 очков. Бронза у представительницы Индии Савиты Шри. Жансая Абдумалик на турнире замыкает пятерку лидеров, а вот Бибисара Асаубаева завершила выступление на 29 месте. Среди мужчин лучшим стал Магнус Карлсон. В его активе 10 очков и 8 побед. 4 раза гроссмейстер сыграл в ничью и только один раз потерпел поражение. Для норвежца это 4-я победа на мировых первенствах. Ранее он брал этот титул в 2014, 2015 и 2019 годах. Второе место у немца Винсента Каймера. Занял свое место на пьедестале американец Фабиано Каруана. Лучший результат среди казахстанцев показал Ногирбек Казыбек, финишировавший на 38-м месте с 8 очками.